Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам расскажу и покажу, как я делаю грильяту. Грильята – это вот такая вот потолочная система, которую сейчас вы видите надо мной. Это такая вот ячеистая система потолков. Для того, чтобы визуально увеличивать пространство под потолком и скрывать коммуникации, которые находятся под ними. Это не глухой потолок, это потолок дырявчатый. Вот такая вот ячейка у него. А здесь у нас ячейка 5 на 5, а бывают ячейки 7,5 на 7,5 и 10 на 10. Возможно, есть побольше, но я, по крайней мере, о них не слышал. Вот. Итак, собирая ячейки 5 на 5, этот процесс довольно-таки несложный. Тут главное правильно производить сборку. Есть у них два вида монтажных вот таких вот пластинок. Есть мама, есть папа. В общем, мама вставляется в папу, папа вставляется в маму. Но тут главное определиться правильно с периодичностью вставления в папу, в маму, либо в маму, в папу. А я вам покажу небольшое видео о том, как это правильно сделать, для того, чтобы вы представляли себе, как это все делать просто. Как правильно собирать грильяту? Вот здесь у нас мама. Это с этой стороны тоже мама. Сейчас мы вставляем в него профиль папа. После того, как папа будет вставлен, мы переворачиваем вверх ногами и вставляем маму. Это самый простой и легкий способ, как собрать грильяту. Если пытаться собрать сначала маму, а потом папу, папа уже не входит в маму. Мама входит в папу быстро. Так, и после того, как мы все научились собирать грильяту, именно вот эти подушечки, которые нам необходимы для того, чтобы заполнять пространство на потолке, мы монтируем на потолок направляющие. Направляющие у них идут длиной, если я не ошибаюсь, 2,40, и фиксируем мы их на потолок с помощью подвесов. По периметру у нас идет уголок. Уголок стальной размером 18 на 18 миллиметров. По периметру, естественно, мы все это устанавливаем по уровню, и направляющие мы крепим подвесами к потолку. Расстояние между подвесами я здесь сделал на потолке 60 сантиметров. Можно сделать их и больше, но при этом нагрузка на потолок уже будет больше, то есть нагрузка на подвесы, которые держат потолок, будет больше. Поэтому я не стал экономить. Через 60 сантиметров я расположил, в общем, подвесы. Подвесы довольно жесткие, поэтому бояться на то, что потолок со временем провиснет, просядет, отвалится, я не знаю, не стоит. У меня просто были случаи, это было давно. Принцип сборки грильята и Армстронга, он одинаковый. И ребята, которые очень-очень давно, в общем, монтировали потолок Армстронг, они ставили подвесы, где-то через, наверное, 1,5 метра. Ну и что вы ожидали? Потолок рухнул. Рухнул он потому, что просто вот этот вес, который лежал на потолке, на подвесах, он просто не выдержал, и крепление выдернули. Дюпеля из потолка, из бетонного потолка, и, в общем, вся система практически обрушилась. Пришлось заново все это собирать, усиливать дополнительными подвесами, в общем, крепить, фиксировать, восстанавливать в первоначальный вид. Вот, поэтому для того, чтобы такого не было, рекомендую сразу не экономить на подвесах, делать их как можно больше, и это будет просто надежнее, и вы будете спать спокойно, и вас потом не вспомнят плохим словом. Вот, возвращаемся обратно. Итак, направляющие мы закрепили с помощью подвесов через 60 сантиметров, в общем, раскидали их по потолку, по периметру. Вот такие вот соединители нужны, чтобы
можно было продлить и удлинить профиль. Они вот такие вот небольшие и продаются отдельно. Вот такая вот штучка. Вот сюда, получается, мы должны его вставить. Вот так. Вот. И вторая уже, получается, вставляется сюда. Тем самым мы обеспечиваем жесткость и удлиняем профиль. Грильята, система грильята, это своего рода лего, трансформер. То есть его можно собирать в любые ячейки. Единственное, что вам нужно, это правильно отрезать вот эти вот язычки, вот эти вот маленькие язычки, для того, чтобы можно было собирать. То есть вот смотрите, вот видите, у меня вот здесь вот по краям, она идет формы меньше, чем вот 60 на 60. Вот, я ее собрал из кусочков. И вот эти кусочки теперь я, в общем, просто вставляю туда, закрывая тем самым отверстие. Вот. И вот такие кусочки у меня вот здесь лежит. Вот эти все кусочки я собрал из отходов. Отходы, потому что они собираются со временем, когда вы начинаете подрезать большие, маленькие. И вот такие кусочки, они, в общем, собираются. И потом из этих кусочков мы также можем спокойно собирать нужного нам размера ячейки и вставлять их, в общем, в потолок. Вот. Тем самым грильята, она универсальная. И можно ее использовать где угодно, для чего угодно и собирать как угодно. В общем, это грильята. Для кого-то она, в общем, не подходит. Не подходит она потому, что она... как бы отстраняет вас от потолка, который находится над грильятой. И, соответственно, там со временем может собираться пыль, грязь, там, паутина и тому подобные живности. И, соответственно, вы до них не сможете добраться никогда. Но только в том случае, если вы вдруг не разберете эту систему грильяты. Поэтому перед тем, как решиться на сборку такой системы, естественно, подумайте несколько раз, потому что, возможно, все-таки лучше использовать систему Armstrong, которая защитит вас полностью, закроет от потолка, либо уже как бы использовать какую-нибудь другую систему в виде натяжных, гипсокартонных или реечных потолков для монтажа на своих помещений. В общем, решайте сами. Эта система грильята, она, в принципе, интересная, смотрится шикарно, но у нее тоже есть свои небольшие нюансы. Это, в общем, на любителя. Так что на этом у меня пока все. Если вам как бы было полезно данное видео, то не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал Перестройка 116. Ну и пишите в комментариях там всякие там вкусности, сладости. Как бы, всем добра, всем пока!